Друзья, привет! Сегодня опять покатушки на Golf 2. Надо ехать в магазин, забирать одну запчасть. Как вы знаете, Golf 5 я делаю теперь другую сторону. Вот разобрал правую сторону. И там то же самое. Вот, видите, уже дырявые. Хотя состояние это еще более-менее нормально. Но раз уже делать, так делать правильно. Поэтому заказал я. Вот, надо сейчас поехать в магазин, забрать. Стоила она 7,50 €. Кстати, дешевле, намного дешевле, чем задние. Но я хотел поделиться немножко такой нехорошей новостью. Когда я последний раз на Golf 2 менял термостат, короче, я выгонял этот Golf 5, и когда его выгонял, зацепил за новый диск. Я вот этот диск поставил к той стенке. И на гольфу, когда выезжал, немножко задел за резину. И этот диск так резко встал. И уперся правое заднее колесо. Блин, я сразу остановился. Потом смотрю, вот это. Какого хрена, блин. И вот она прокатилась вместе с машиной. Где-то, наверное, 1,5 метра. Я резко остановился и потом заметил, что что-то не то. Ну, хоть повезло, что здесь все целое, вот единственное, здесь я вот поцарапано. Но, как я вижу, не до грунта, а вот этот лак поврежден. Ну ладно, бывает, так что сейчас едем в магазин, забираю новый этот пыльник. Ну и немного прокатнемся, побазарим, посмотрим, что в голову придет. Короче, видос такой. No one listens, I'm feeling stuck, can't move on from the thought of us, Hey, don't we have a choice, move across the map. Так, ух, холодно, блин. Когда уже тепло будет, а? Wish your mind, but don't got the courage, can't leave the thoughts that say I'm worthless, but alone doing shots, I know we fighting it happened. О, кстати, здесь гольф продается классный. Там вот на правой стороне Golf R32. Офигеть. Сколько он стоит? Пацаны, офигительный гольф. Просто огонь. 2002 года машина. Пробег 200 тысяч. 241 лошадиных сил. Все оригинальное, внутри на коже все и очень такая ухоженная резина, как новая была, тормоза, все сделано, и техосмотр тоже свежий на ней. И не так уж и дорого стоит, всего лишь 12 тысяч. Так что пишите, как вам нравится такой Golf 4, нет, мне интересно. Вот этот пыльник я забрал, вот он. Так что 7,50 € всего лишь он стоил. Я не понимаю, почему задние дороже, чем передние. Наверное, потому что задние сильнее гниют. Чаще покупают, из-за этого надо цены побольше сделать. Чтобы еще больше они выгоду сделали. Golf 2 будет скоро серия, ну я еще не знаю когда точно, но короче, я купил еще один Golf 2, так что у меня их будет скоро уже 3. Бумаги ничего не подписывали, но по телефону, короче, договорились, слово дал, что машину мне отдает. Короче, Golf 2 1.6 мотор, тоже 91 или 90 года, до 700 евро договорились. Потому что вы знаете, на Golf 2 мне не хватает пары вещей, а покупать их по отдельности не стоит. Они очень дорогие, и одну вещь даже не хотят они отсылать. Поэтому я вот искал уже давно машину под разбор. И вот, кстати, у нее очень хорошее сиденье, там полностью все сиденье, дверные карты, там все полностью, вот этот Vision Blue. Вот это, такие синие сиденья, они очень редкие.
У нас в Германии за такой полностью интерьер этих синих сидений вместе с дверными картами, задней полки, все полностью где-то 600-700 евро хотят. И эти еще они в плохом состоянии, порванные, загаженные. А на том гольфе в очень хорошем состоянии. Поэтому перед тем, как я начну мои сидения опять переделывать, отдавать их, чтобы мне их перешивали, я там столько опять денег отдам, смысла нету. Поэтому я решил переставлять весь этот интерьер, переставлять в мой черный. И за 700 евро там один интерьер уже у нас такой дорогой. Ну и мне другие надо части. Уплотнитель на двери. Там, кстати, хорошие диски стоят, хорошие аморты стоят. Не самый дешевый, такой средний квалитет. Поэтому там много хороших очень частей. Кстати, и там даже еще задние GTI фары стоят. И в очень хорошем состоянии. Там ни трещины, ни царапинки. Ну просто в идеальном состоянии. У меня вот такая идея. Что вы к этому скажете? Эту тачку я получу где-то в феврале, в конце февраля. Как он себе новую купит? Короче так. Вот вариант первый. Разобрать, переставить все части в мой черный. И эту тачку до конца разобрать на запчасти, а кузова выкинуть на металл. Вот такой вариант. Или вариант 2. Вытаскиваем все хорошие части в мой и собираем этот Golf 2 опять, делаем на нее техосмотр и продаем ее. У меня есть еще много запчастей простых, которые у меня есть простые задние фары, простые передние фары, у меня есть простые сиденья, которые еще у меня лежат, дверные карты у меня простые есть. Это я все мог бы переставить в нее, так что можно было как-то так собрать, побюджетно ее отремонтировать и продать ее. Как вам такая идея? Это, конечно, я уже буду так делать к лету, к весне, между делом, если будет время, и так слегка ее подделывать и потом ее к лету продать. Так что вот пишите, что вы насчет этого думаете. Вот такая у меня идея пришла. Просто мне рука так не поднимается, мне очень жалко как-то взять такой Golf 2, хотя их все меньше и меньше становится, взять ее просто раздолбать. Ну или все-таки нет смысла там, не знаю. У нее кузова очень такое плохое, кстати, состояние. Ржавая очень, крыша вся помятая, потому что у нас год или два года назад был Хагельшаден, ну вот это как бы, когда маленький такой лед падает с неба. Два года где-то назад было, так что вот такое попадало и все поразбивало. Дома, машины, это было капитально. Поэтому у нее вот, и она как раз в это время стояла на улице, и вот у нее вся крыша такая помятая. Конечно, надеюсь, что он слово сдержит и тачку мне и вправду продаст. Вот это был сюрприз для вас. Так что тоже будет интересно. Мне уже самому не терпится посмотреть, что это за гольф. Я его только один раз посмотрел и все. Прикол, хочу машину стартануть. Она не стартует. А, да блин, да. Ну что такое, а? Машина завелась. Это контакт на старте что-то потерялся. Я его пошевелил, теперь она стартанула. Да, у нас очень холодно. Ветер, дождь. Стекло даже запотело. Вот классная трешка. Golf 2, к сожалению, еще не было времени начать задними тормозами, потому что надо пятый Golf делать. Поэтому еще немножко надо подождать. Охота уже начать, чтобы такое, чтобы было нормально время было, чтобы не так холодно было.
все, тогда я еду в магазин домой. Так что хватит болтовни. Время поубивал. И для тех, кто тоже хочет время убить на это видео. Ну ладно. Всем пока, спасибо и до следующего раза.